Алло, здравствуйте. Простите за срач на заднем фоне. Это мама заставила меня забрать вещи, а я забыл их убрать. Срачей еще не видел. Я тебе говорю, Джефоиц, я тебе говорю, за свою деятельность я видел такое количество срачей, что если бы ты просто одним глазком увидел бы человека, который слышал от меня рассказы об этих срачах, ты бы сошел с ума. Серьезно. Не нужно мне рассказывать о срачах. Я все-таки чищу свои комментарии на YouTube, а это достаточно большая аудитория. Вот. Не надо. Не надо. А, вы про этот срач? Нет, все-таки я, видимо, уставший. Господи, дети орут на улице, как будто их бьют. Не, ну не то чтобы я против. Я не люблю детей. Это дети любят меня. Боже, я говорю, как вот это вот, сколько я не работал с детьми. Ну, я работал мало, но дети всегда прибегали. Дядя Артур! Там вот это вот я. Идите от меня. Коопы планируются. Ну, всего будет в меру. И коопов, и не коопов. А, ты имеешь в виду во время отъезда? Во время отъезда нет. Ну, смотри. Тёма уезжал. Приехал так вчера. Так и не отписал. Паршивец. Вот это на морозе. Джек Шепард, я его разлюбил, мы с ним поссорились. Вообще бесит страшно. Я, кстати, вам его фотку покажу, чтобы вы поняли, что он на самом деле некрасивый. Помидорка раздражал еще 2 года назад. Так что идут они все в болото. Никаких коопов. Считайте, что я со всеми поссорился. Рил фотку покажешь? Да я тебе могу ее прямо сейчас показать. Я вам должен только сказать, что он довольно сильно похож на меня. Сейчас покажу вам ее. Покажу, не волнуйтесь. Вот. Он похож на меня. Он был похож на меня. Скажите. Только он гораздо менее красивый, этот парень. Я могу показать еще немного. Вот, такая фотка на самом деле. По-моему, довольно уродливый этот Джек. Довольно уродливый. Я так и хотел для зрелищности. У меня половина видео по Uncharted. Люди пишут, что слышно, как я пержу. Но я не пержу. И я долго прислушивался, что это за там за... Вот такие. Это вот этот звук. Блин, и сейчас его, конечно же, не будет, короче. Ну, вы поняли. Смотрите, без регистрации смс. Блэк снова натирает свою сисю. Это же выглядит на камере именно так, да? Блин, я геймпад положил на колени. Ой. Геймпад на колени положил, носу ковыряюсь такой. Ой. Какой этот скилл? Причем тут скилл? Как я мог дотянуться? О! Легонько, видишь, вот это скилл. Это лифт. Вверх. Да, Леон, конечно, вверх. Ты снизу пришел, идиот. Он не поднимается. Может, он слишком перегружен. Сука. Хорошо, ладно, хорошо. Бывает, что едешь куда-нибудь, тебе там хочется сходить в приличные места, понимаешь? Во всякие. И в неприличные места. О, боже. Мы пойдем с тобой на стриптиз. На стриптиз? Только на мужской. В смысле на мужской? Я на женский хочу. Я хочу на мужской. А я на женский. Значит, на мужской пойдем. На женский. На мужской. Женский. На мужской. Сиськи. Мужской. Это вообще-то нечестно и несправедливо по отношению ко мне. Чат, хочешь я покажу тебе трусы Артура? Я только испугался. О, вот эти это не... твои... Я твои любимые покажу сейчас. Так, хочешь покажу трусы Артура? Можно? Ну только один раз, потом мне придется тебя в окошко выкинуть. Хорошо, хорошо. Теперь я просто вынужден показать... Что, мои трусы? Ну ты понимаешь, чат. Это Даша. Была черта, которую пересекать было нельзя. И теперь я объявляю тебе войну.
Я у себя на странице ВКонтакте выложу. О! Подожди, ты сравнил секунду трусов и страницы на ВКонтакте. Ну я выложу на 10 минут. Да, ага, ничего себе. Вообще справедливо. Сука, я не могу. Комментарии. Подбегаю к грязной раковине. Человек подобен грязи. Может, это проблема с переводом? Да нет, я не думаю. Короче, давайте на самом деле я, наверное, закончу, потому что я просто сегодня хотел провести стрим, потому что я по вам соскучился. Но при этом я реально довольно сильно упоролся в последние дни. Это, наверное, чувствовал сегодня. Хотя, на самом деле, сегодня было, по-моему, довольно весело. Не буду говорить, что сегодня было уныло. Сегодня было вполне себе неплохо. Вот, но стрим сегодня получился покороче, чем обычно. Следующий стрим будет через 2 недели. Угу. Короче говоря, сейчас я пойду пособираюсь маленько. После этого буду отдыхать. У меня через 7 часов вылет. Вот. Это получается, мне нужно поспать немного, да и собраться еще. Ну, то есть всякое там забрать с собой. Вот, и короче говоря, до свидания. Всем пока. Пока-пока.